Мы с вами сколько лет знакомы? 2000 года. Ну, то есть уже практически лет 20, да? Да. Вот за 20 лет я знаю, что вы один раз 10 лет не пили, потом 9 лет не пили, правильно? Да. Ну и, в общем, вот сейчас пришли еще за добавкой, да? Да, конечно. То есть вот практически вы 19 лет не употребляли алкоголь, да, правильно? Да. Вам помогает наше лечение? Очень даже. Чем вот помогает? Что хорошего? По-другому живешь уже. По-другому живешь. Да. Скажите, ну польза-то есть какая-то вот от нашего лечения-то? Очень даже. Ага, ну вот какая польза? В семье. В семье хорошо, да? На работе. На работе хорошо. И с друзьями, соседями. Друзьями, соседями. И достаток есть, да? Все, да. Все есть в достатке, да? То есть вот такого, когда пьешь, швыряешь деньги куда-то, пропиваешь, такого нет. Все в семью, да, правильно? Да. И я знаю, что вы человек очень скромный, но вы говорили мне, что 3 квартиры купили вот за это время, правильно? Да, да. Купили несколько автомобилей, то есть вот да, вам нравится Hyundai Elantra, да? Да, да, да. И вот вы буквально с первой модели уже дошли до 4-го кузова, да, да? Да, да, да? И каждый раз вы обновляете, ездите на хорошем автомобиле, правильно? Да. В Турцию семью вы возите в хорошие отели, с внучками, да? С внучками, с детьми. То есть, вот вам нравится Алания, я знаю, это такое хорошее место в да, Турции, да? И вы можете позволить себе семью, детей, внучки да, вывести, да? Да, да. Вот скажите, пьющий человек может 3 квартиры купить? Нет, даже. Автомобили с 1-й по 4-ю, Hyundai Elantra, с внучками? Внучку можно доверить пьющему человеку в Турцию? Можно отвезти каждый год или нет? Никто. Никто. Тогда у меня невольно возникает вопрос, а чего же люди пьют? Я думаю, от безделья. От безделья. Ну вот вы, как опытный человек, вот не пьете 19 лет. Вы как считаете, лучше пить или не пить? Вообще не надо пить. Вообще не надо. А почему вообще не надо пить? Другой образ жизни вообще. Другой образ жизни. Вот я с вами беседую, я вижу, что у вас вот осознанность. Вы работаете очень много, вам с неба все не падает. Я знаю, что вы работаете на крайнем севере. По 4 месяца вы работаете. Нет, по месяцу работаете. По месяцу, а да? Зимой подрабатываете. Зимой подрабатываете. Ну, то есть в семью все. И вы дорожите плодами вашего труда. А вот так вот приехать и пить, и пропивать все, это глупо, согласитесь, да? Да? Морозить, извините, попу на севере, да, а потом все слить в унитаз, плоды своего труда, это глупо, в согласитесь. Раз, да. В раз, да? А много пропивается денег вот так, по-честному, если вот пьешь? Ну, я только если пиво, так день 400 рублей уходит. 400 рублей уходит, то есть это же существенные деньги, ну, правильно? Ведь каждый день, да, я знаю, что вы вот тут вот у вас, значит, образовалась небольшая проблема, пауза, да, и вот вы с осени немножко начали баловаться, и вот 400 рублей, 400 рублей, 400 рублей, смотришь, капает, да, правильно? Да, да. Вот, но сейчас вы вот увидели там мою рекламу с новой грядью. Вспомнила, забегался, да. Доктор мой приехал. Все, да, надо снова закрывать это дело, правильно? Да. Избавление от алкогольной, пищевой, никотиновой зависимости. Анонимно, индивидуально, за один сеанс. Доктор Гужагин. 89 72 52. 89 72 52.